Коллеги, Retail Tech снова на ваших экранах. Рядом с вами новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Данил Наумов, директор управления данными компании Утконос Онлайн. Расскажите, что вы делаете у нас на выставке? Большое спасибо Ире Ратиной. Она пригласила меня быть со-модератором секции Big Data. Я пригласил своих коллег из CDO Ленты, CDO NVIDIA Эльдорадо, Магнита и Яндекс.Маркета. И у нас была очень интересная дискуссия, посвященная использованию данных в ритейле и тем бенефитам, которые можно получить в встраивании продвинутых алгоритмов в свои бизнес-процессы. Это очень интересно. Можем немножко углубиться туда. Какие темы поднимались? Может быть, какие-то тренды озвучены, какие сейчас у нас царят? Мы начали с обзора трех интересных кейсов, которые были реализованы в разных компаниях. NVIDIA рассказали про кейсы с ценообразованием. Фабиан Шафер из Магнита рассказал про кейсы с оптимизацией промо-планирования. И я рассказывал про встраивание продвинутой аналитики в операционный процесс про прогнозирование времени обслуживания клиентов. Далее у нас была дискуссия, посвященная там, основным вопросам о том, зачем нужно, в принципе, создавать в ритейлере функцию управления данными и как это сделать. Обсуждали истории создания дата-офисов в каждой компании, процессы взаимодействия между бизнес-доменами, IT, дата-офисом и продуктами. Дальше углубились в методологию Data Governance, вообще что стоит за тем, за теми успешными кейсами, что является платформой для всего этого в плане методологии, процессов и ролей. И вишенкой на торте были еще бизнес-кейсы, о которых не рассказывалось в презентациях, с оценкой финансового value. И Фабиан Шефер подводил итог, потому что он был англоговорящим, мы в итоге его вынесли, попросили открыть и закрыть наши сессии. Давайте, может быть, расскажем, насколько вам нравится наша выставка, насколько она нужна на ваш счет. Может быть, в принципе, выставка и не нужна, может быть, каждый ритейлер должен развиваться сам по себе, не делясь какими-то своими кейсами, не делясь какими-то наработками. Или наоборот, выставка нужна для того, чтобы весь рынок в общем рос. Я считаю, самое ценное в ритейл-техе – это комьюнити, которое вы собираете, и тот вот подход, та открытость, которую вы сами несете. С одной стороны, кажется то, что собираются конкуренты, которые, по сути дела, должны как-то негативно относиться друг к другу, но на самом деле здесь создается такая товарищеская атмосфера, которая позволяет в целом компаниям развивать рынок и развивать себе, развивать друг друга. Спасибо огромное за такое общение и надеюсь, в следующем году, на следующей нашей выставке мы вновь увидимся. Спасибо большое. Спасибо.